Недавно публику всколыхнула новость о том, что исполнитель роли Максима Шаталина в сериале «Моя прекрасная няня» Сергей Жигунов женился. Казалось бы, поклонники должны порадоваться за кумира и поздравить его, но они ужаснулись. Его избранница – это полная копия экс-любовницы Анастасии Заворотнюк, с которой у Жигунова длительные отношения не сложились. Фанаты сразу поняли, Сергей не может забыть Настю до сих пор. Известно о новой жене Жигунова Виктории Ворожбит не так много. Женщина работала журналисткой на Дальнем Востоке. У нее был цикл передач, в которых она брала интервью у местных знаменитостей, предпринимателей, чиновников и других важных персон. В 2020 году Ворожбит продолжает вести работу в киносфере. Так, в начале марта женщина вновь выступила помощницей Сергея Жигунова на фестивале «Утро Родины». А как вы считаете, Виктория Ворожбит похожа на Анастасию Заворотнюк? Пишите свое мнение в комментариях и смотрите наше видео о топ-10 самых опасных животных планеты.